Hey, we can fuck, little mama. I can lip lock. Gucci spend 100 on some new socks. Coulda bought a crib, bought a drop top. I can't love a bitch, trust no dot. Never bring a freak to your spot. Throw your in Gabbana on my flip flop. I don't do no relaxing. Run out of bag, get the cash in. Fendi and my dripping orange flashing. 12, they can catch me when I'm passing. How you got a check it, went broke again. Bitch, you want a cloud and I ain't kissing them. Since I first got them hundreds, I've been flipping off white with the Gucci, I might mix match. Сегодня на продаже Orca 790 в золотом цвете, в богатейшей комплектации. Есть все. Все, что можно придумать. Автопилоты, подрульки, система AIS, музыка Fusion, хорошая, с выводом в кокпит, пультик контроля заряда батарей. Батареи здесь сервисные, литий, феррополимерные. Рядышком радиостанция речного диапазона стационарная. Рядышком кругляшок мотора, мотор 300 Suzuki. Картплоттер Garmin 16 дюймов. Система управления креном Zipwake. Стоят 300, 300 мм. Рядышком люмаровская подрулечка, хорошая, мощная. Достаточно ее здесь. Машинка газ-реверс электронная. Руль с гидроусилителем. Ниже машинка управления докаткой. Докатка также подключена в гидравлике к основному штурвалу. Вот, значит, дальше. Есть, в общем-то, все. Спальник отделан светлой напой. Все матрасики в алькантаре, зеркало, кармашки в дереве, все это тик. Здесь предохранители системные, ключок для предохранителей, это бардачок для мелочей, телефон там брать или еще что-то. Дюза вибасты, светильнички, зарядка USB, пультик управления вибастой, то здесь стоят обершпехеры, термометр с гигрометром. С этой стороны тоже также люк, сеточка от комаров, еще одна зарядка USB. Вот, значит, это управление аккумулятором массой подрульки и лючки. Парочку покажу. Вот один. Ну, второй. Там также третий. То есть это рундуки, которые в полу. Идем дальше. Холодильник. Изотермовский, 65 литров. С морозилкой. В одном рундуке здесь инвертор 2 киловатта, дометик, стол тоже деревянный, тиковый. В одном рундуке ничего нету, чистенький, пустой. Это бардачок, сейчас документы лежат для всего. Так, есть здесь еще один морозильничек, вот такой выдвижной, то есть морозилку можно делать отдельный. Это рундучок, сиденье на амортизаторе, выведено 220 с берегового 12-вольтовой розетки, ну и камбузный блок, микроволновочка, кановская однокомфорочная плита, ну и смеситель с раковинкой для воды. Вода горячая, салон решен в тике, все тиковое, напольное покрытие тоже натуральный тик, в санузле унитаз электрический, вентиляция, ящичек для туалетной бумаги принадлежностей, душевая лейка, шторочки. Это пульты управления бершпехерами, отопления и горячей воды. В лодке есть кондиционер. В кокпите места для хранения кранцев, рядом с ним динамики, по обоим сторонам два багра, подсветка в козырьке, камера заднего вида и термометр на улице. В левом и в правом борту откидные скамеечки. В правом борту есть забортный душ, кормовая мойка. И есть дополнительная центральная скамейка, это дополнительная опция. Уличные палубы и потопчины выложены изи-тиком. Это искусственный тик, легко моется, хорошо ходит.
не выцветает, не трескается, не требует минимум ухода. Рейлинги алюминиевые, анодированные, тоже не пачкаются. Дополнительно душ чистой воды на корме с горячей водой. И дополнительно штуцер питания основного бака. Здесь бак увеличенный, 600-литровый. Лодка 2023 года, 40 часов пробег. Докатка с защитой винта. Это длинноногая Suzuki 9.9, 4-тактная, специально грузовая, тяговая, с электростартером. Лодка вся выведена в яичко, то есть она отштукатурена, отшпаклевана специальными морскими материалами, для того, чтобы скрыть все швы и всю эстетику вернуть. Оборудована дополнительными утками на корме и две на борту дополнительных утки, помимо основных. Вот видите, они тут складные. Помимо всего, на лодке нержавеющий якорь, нержавеющая цепочка. Бушприт отделан тоже тиком. Низ борта защищен нержавеющей планочкой. Дополнительно лодка оборудована светом бортовым, да, то есть это прожектора, которые освещают швартовку, если вы идете в берег. Камера на борту, я уже говорил, для удобного швартования. Кроме того, лодка оклеена виниловой пленкой, дополнительно прозрачной бронью для защиты от всевозможного мусора, плавающего по реке. Весь борт посередину заклеен пленкой, помимо того, что она еще и покрашена. Ну, наверху ранцевые корзины и радарная арка вместе с радаром Garmin. Вот в целом такой комплект. Лодочка проявится без прицепа. Она зимует на кильблоке, поэтому прицепа нет. Если будете забирать, задумайтесь еще о прицепе. Вот такой красавец. Цены стартуют на эту лодочку от 26 миллионов. Торг уместен, приходите. В общем-то, ждем вас и на выставке, и в любой день.